Это шедевр. О, здравствуй. Ай, здрасте. Сейчас я только переключусь на наушники. Давайте. Вот так, сейчас. Ключку. И здрасте. Меня зовут Вячеслав, я из Санкт-Петербурга. А меня зовут Александр, я из города Харьков. О, круто. О чем хотите поговорить, Вячеслав? Ну, давайте, предлагайте что-нибудь. Вы знаете, я отдыхаю. Я на работе нахожусь и отдыхаю, потому что я сам себе начальник. Да, я вас знаю, на самом деле. Тем более, я это понял по вашему взгляду, по вашим реакциям. Ну, а может, какие-то, раз вы меня знаете, может, у вас какие-то вопросы есть? Нет, так вопросы-то, наверное, были бы, если бы я как-нибудь подготовился к нашей встрече. А вот я вот не готов. Ну, ничего, я вам дам время. Если вы знаете, ну, чтобы вы как-то вот, раз вы меня знаете, может, у вас какие-то вопросы к моему творчеству, к моей деятельности? А вот у меня вопрос такой, вот смотрите, вы вот рассказываете о своих изобретениях каких-то вот военных. А не вот, только военных, ну, а и ну, гражданских тоже. Гражданских. Давайте какой-нибудь пример приведите, который действующий ваше в настоящее время, но работает. А вы знаете, во-первых, вот я повторюсь немножко. Дело все в том, что очень приятно, когда какое-то число называют вот именем его открывателя. Угу. Ну, как вот есть, например, число Фибоначчи, число Эйлера. Это не число Фибоначчи, числа. Числа Фибоначчи. Фибоначчи. Так вот, числа Фибоначчи образуют ряд Фибоначчи. Да. А если разделить каждое последующее число ряд Фибоначчи, стремиться к, если разделить последующее, ну, я своими словами рассказываю, последующее число на предыдущее, то так. Эта штука все время стремится к одному тому же числу, которое называется число Фибоначчи. Ну, возможно. Это почему точно. Нет? Вы ну, не поверите, это золотое сечение. Вот это ну, вот. Это, то есть знаете, золотое это сечение вот, прямо проистекает из ряда Фибоначчи, из чисел Фибоначчи. Ну, поэтому ну, это вот это число, там 1,6 с копейками, это и есть, называют иногда число Фибоначчи. Потому что оно прямо вытекает, к нему стремится деление каждого последующего числа ряда Фибоначчи на предыдущий. А есть число Беспалого, конечно же. Так. Вот. Внимательно, внимательно. Могу обосновать даже. Тут дело все в том, что я его не открывал, потому что оно в природе существует, ну, естественно. Но я первый обосновал математически, как, собственно говоря, получается число Беспалого. Подождите, а вот вы же там какие-то, не то что числа, а вы же какие-то ну, конкретные вещи изобретали для вы знаете, армии. Я являю, ну уже извините, вот я просто. Принцип Беспалого – это принцип того, как надо что-то придумывать, как можно помочь, разрабатывая какую-то либо технику, приспособление, устройство, приборы. Не, кстати, вот ваш метод, я, кстати, слушал вас там с Горбовкиным, еще с кем-то. Вы, ну, ваш, как бы, ваше мышление, вот как вы излагаете его, это очень круто, это нормально. Спасибо, но стараюсь вот, по мере да, сил своих слов. Мне нравится вот это вообще, но вот когда вы, как вам сказать-то, вы же делаете акцент на, ну, против России вот это все дело. Вроде как вы же враждуете с Россией, да? Война у вас. Я вообще считаю, что вы братская страна. Ну, я тоже считаю, что да. Ну, вот видите. Ну, что братская Россия страна. Это братская страна. Я тоже считаю, что братская страна Украина. Просто, к сожалению, есть люди, ну, я не знаю, подверженные то ли телевизионной пропаганде, то ли еще какой-то, ну, проплаченным блогерам там и так далее, которые говорят о какой-то агрессии России по отношению к Украине и другим странам.
Это совершеннейшая ложь. Россия просто оказывает помощь, которую подлые твари называют агрессией. Угу. А это помощь на самом деле. Это у вас такая вот, вы вроде как сейчас юродствуете. Ну, упаси бог, ни в коем случае. Ну, так я могу вам подыграть тогда. А вот вы конкретно что изобрели-то, чтобы вот, ну, как бы помочь вот этому вот, ну, вот этому действу, что Россия помощи помогает? А вот это... Да, 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 да. Понимаете, в чем конкретно дело? Конкретно, вот там взрывные устройства были какие-то, еще там какие-то ваши механизмы. Вот конкретно, конкретно, о чем речь-то сейчас? Давайте. Ну, принцип, во-первых, конкретно? Сам принцип Беспалова – это благодарность, да. Ответ на вашу помощь. Да, принцип Беспалова – это же… Не на вашу агрессию, упаси бог. Мы не будем говорить, так сказать, языком вот этих упоротых совершенно людей, которые вообще не понимают ни о чем говорить. Это применение принципа Беспалова, конечно же. Это и средства принцип разминирования. Беспалова. Так. Вот. И средства какой? Противодействия вашим минам. Принцип разминирования и какой? И дистанционное Беспалова. Управление оружием. Приборы Ой. Для разминирования. Правда, что ли? Есть? Да, да. А у вас, ну, прямо вот они, ну, как бы, а где ознакомиться-то? Просто наберите в Гугле, у вас Google есть? Вы можете ну, конечно. Пользоваться Гуглом, да? Наберите да. просто в Гугле Александр Беспалый, и вы ознакомитесь. И, ну, они действующие разработки? Ну, разумеется, да. Ну, там, правда, ну, вот попробую. Опять же таки, люди, скажем так, некоторые журналисты, которые... ну, скажем так, то ли не разобрались, то ли за деньги, ну, проплаченные вот эти вот, они иногда, конечно же, в публикациях будут встречаться и какие-то отрицательные про меня публикации. Но это все просто желание поссорить два наших братских народа. И какое-то вот такое неадекватная реакция, реакция благодарности на вашу помощь. А наоборот, черная такая вот зависть и неблагодарность. Угу. Обида на вы меня. Как бы за дружбу, обиженные. Вы за дружбу Украины с Россией. Я за адекватную вроде. Реакцию на помощь братского российского адекватную народа. Адекватную реакцию кого? Кого? Нашего общества, конечно же. Потому ну, что общество, у нас то есть страна... граждане, которые думают, что это агрессия. Да. А это на самом деле, а на самом деле это братская помощь. Вы представляете, какая подлость называть агрессией братскую помощь нашего братского нароссийского народа, который просто иногда даже от себя отрывает деньги, материальные средства. Пусть лучше там, я не знаю, где-то что-то там. Развалины какие-то руины, но мы поможем, обязательно поможем братскому украинскому ну, слушайте, народу. Александр, смотрите, вы вот так говорите сейчас, вот так и пусть там где-то там какие-то руины. На России, там, Донбасс, да, Луганск, пусть где-то да? на России. Нет, подождите, Донбасс, Луганск, это типа руины, пошли они нахер, их надо ничего не помогать. Им нет, надо, не нет, надо помогать. Нет, 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 нет. Я вам вот здесь как раз... Так Россия им помогает. Россия им помогает, Александр. Замечательный пример. Вячеслав, так. Правильно? Я имена иногда правильно, правильно, да. плохо, да, плохо правильно. Запоминаю. Угу. А, потому что много собеседников бывает, а я о другом думаю. Ну, я же, знаете, человек такой вот, науки увлекающийся, да, творческий. Ученый, короче. Вот. Ну. Так вот, не буду с вами спорить. Так вот, смотрите, вы привели замечательный пример. Что там, где помогает Россия, конкретно, вот где она помогает, там все в порядке. А вот там, где Россия не помогает еще, к сожалению, вот там как раз убивают людей, детей, убийства, разрушения, всякая вот эта вот такая фигня. А вот в Донецке и в Луганске, там, где Россия помогает, представляете, что бы там было в Донецке и Луганске, да, если детей, бы... Людей. Да-да-да, если бы Россия не помогала в Донецке и в Луганске.
Там же вот было смотрите, бы, вот, как в Харькове, как в Александр, Киеве. Александр, смотрите, вот Россия помогает в Крыму, российская армия. Она не помогает то, что помогает, она уже полностью она там... Она там есть. Да, там никого не убивают. А вот так в Донбассе, в Луганске, там добровольцы. Так и в Донецке, и в Луганске же никого не убивают. Потому что там да Россия убивает, помогает. Убивает. А убивает... Да Россия там помогает, там не военными-то она не помогает, военной помощью. Она там платит зарплаты, она там платит пенсии, она там помогает гуманитарно. Там много разной помощи, но не военной. Ага. Военная, конечно, есть. Военная есть помощь, но не прямая, не армия. Не армией, не армией. Там люди, ну, добровольцами, конечно, помогают. Конечно, деньгами помогают. Как добровольцем помогают? Вячеслав, вы что? Да. Это же агрессия. Вы же играете на руку вот этим нашим упоротым, которые вашу помощь называют агрессией. Чем? Ну, засылка боевиков, это же агрессия. Ну как, засылка боевиков? Добровольцы едут со всех стран. Засылка добровольцев. Это же агрессия. Да. Добровольцев есть. Так из я России же говорю, есть. Ну так это же засылка добровольных вот этих вот танков, БТРов, добровольцев. Это же агрессия. Это же проявление агрессии. Там не армия России. Там не армия России. Не если армия, армия России там закон, просто... Да-да-да. Вот если бы закон. Армия России... Да, то тогда бы, конечно, да. Вот. Значит, вы недостаточно помогаете. Я думаю, что вам надо выйти из Минских соглашений. Вот надо вам выйти из Минских официально. Вот выйти, напасть на Донецк, и тогда вы увидите, что такое армия России. Вот тогда она, вы почувствуете. Либо в Крым попытаться там стрельнуть в ту сторону. Вы там построили... Вот смотрите, вы говорите, Крым, Украина, Украина. Вот смотрите, граждане Украины едут в Крым, там стоят красивые такие пункты пропускные украинские, которые ставят ваши паспорта, выезд с Украины, бам, такой паспорт, да, въезд в Россию, там такой бам, паспорт. Подождите, вы хотите сказать, что Россия оккупировала Крым? Вы что? Не, а Россия не оккупировала Крым. Я говорю вам, граждане ваши, вы же говорите. Граждане наши. Ну так это же вы играете, это же вы играете на поле вот этих упоротых пропагандистов. Зачем же вы тебя перебиваете меня, Александр? Ну, я же вам дал тут очень много сказать, как бы. Давайте я сейчас два слова еще скажу, а потом вы будете говорить. Вот я вам говорю, что если вы поедете в Крым, вот вы поедете в Крым сейчас. Я не поеду. Ну, кто-нибудь другой поедет. Любой другой человек поедет в Крым. Он да, вот он ему поставит ваша таможня украинская. Да, ваша, на временно оккупированную территорию. Ваша. Да, ваша. Выезд на нет, время, это по будет, нашим законам. Там выезд Украины будет написан. На временно с Украины, на так временно будет, оккупированную такая территорию же печать Украины. Будет, как выезд в Польшу, так, как выезд в Чехословакию, в любую другую страну. Там красивый пункт пропуска стоит, ваш, украинский. Вы построили там его. Вот представляете, с немцами, вот там фронт идет такой, и Россия построила пункт пропуска такой с тоже, немцами. Да? Вот так русские могут туда ходить, да, с немцами. У вас же есть ходить. С немцами. А вы же так же воюете, как пропуски. С немцами. У вас же есть с немцами пункты пропуска. Я говорю, Великую Отечественную, представьте себе такую Великую фигню, Отечественную, что вы построите. Советский Союз воевал с Германией. Во Вторую мировую Советский Союз воевал. Построит Советский Союз на оккупированную территорию построит пункт пропуска своих граждан туда, своих граждан. А вы построили. Вот тебе не стыдно? Ты же мужик же, блядь, не, здоровый. Не, стыдно. Такой. Ну, точнее, вот стыдно, конечно. Что мы допустили вашу оккупацию. Но мы же от братьев не ожидали, что мы же думали же, что вы же братья. 8 лет уже. Ну так 8 лет в армии. Да, а 8 лет назад мы думали, что вы братья. Так вы же армию уже восстановили, Александр. Вы, по-моему, у вас армии тогда не было, Александр. Вы льете на мельницу вот этих пропагандистов упоротых, проплаченных. Я не то, что я человек просто русский. Я вот вижу, вам говорю, что вы русский человек. Не да. Вы тоже русский, Александр, вы тоже русский. И не буду с вами спорить, не буду спорить. У вас там в башке что-то повернулось, понимаете? Я же говорю, я борюсь с этим. Но нельзя называть братскую помощь агрессией.
Ну, нельзя этого делать. А они же не понимают. Они говорят, что это какие-то танки российские, бронетранспортеры, оружие, а деньги, документы. Их говорит? Там нет. А я же говорю, проплаченные пропагандисты. Да. Упоротые да, проплаченные да. Они пропагандисты. Кто? Они-то кто? Они-то кто? Ну, Александр, пропагандисты, я же говорю. По телевизору, которые нашему. Танки-то где? А танки где? Танки. Ну, они говорят, танки, Луганске, да? Да, в Донецке, в Луганске. Танки, да, в Луганске. А это да, помощь на самом деле. А это братская помощь. Да танков-то нету. Как танков нету там. Как это нету? А Т-72Б3 откуда взялись? Которые ваше же телевидение показывало. А где он 72Б3? Один, что ли? Один? Нет, не который один. Вы сфотали там? Не, не один. Какой-то там? Один. Так один. Нет, не один. Один, ошибаетесь. Александр, один. Их несколько один. Штук только в одном видео. Вы... То там мнение, там сомнение. Я понял, он всего вот. Один, он заблудился. Там есть сомнение, Александр, что это он. Есть сомнение, чтобы он заблудился. Там 72, который на вооружении Украины стоит. Т-72Б3 не просто. Стоит, он легко идентифицируется. Да, а 72 стоит. Б3, а Б3 да там не сомнение стоит. Есть, что он 72. А, он превратился, Т-72 наш... превратился в Т-72Б3. Ну, по-братски. Ну, это же братские, два братские народа. Он по-братски вот так мутировал. Ваши пропагандисты, проплаченные Западом, Александр, показали в одном видео несколько танков Т-72Б3. А вы, так сказать, да не показали несколько видео там. Да хорош ты, Сань. Ну, вот прекрати ты. Ну, ну хорош, не было ж такого, правильно? Ну, это ж ложь. Саш, смотри. Ну, ложь. Сань, ну, не смотри. Было. Не было Т-72Б3. Ты записываешь сейчас? Ты записываешь сейчас, нет? Ну, конечно. У тебя запись идет? И, конечно, у тебя идет. Смотри, запись. А БТР-82 откуда взялся? Ну, это же 82? Братская помощь. 82, который только стоит реально на вооружении России. У нас его никогда не а было где такого. Он зафиксирован-то? А где он 82-й зафиксирован? В ту же на видео, на фото-видео документ. Где? На видео. Вот АБСЕ? Донецк, Луганск. А 82-й где зафиксирован? Где? Где? Я же говорю, фото-видео документ Донецк, Луганск. Подожди, на линии кем? Боевых АБСЕ? Действий. Где? А, АБСЕ? Кто зафиксировал? Кто зафиксировал? Кто зафиксировал? Подожди, кто зафиксировал? Так ваши же военнослужащие сфотографировались. А это же очень легко определить, где это было. У нас тебе нафотают, тебе ядерную боеголовку сфотают у тебя на территории. Сфотают боеголовку. Вот я же говорю. А мы против этой лжи проклятой. Не было никаких Т-82 на Донбассе. Не было вообще никогда. Александр, и я тебе... это все ложь самая натуральная. На самом деле... Подождите, вы что, отказываетесь молодец, от помощи вашей? Вы же помогаете этими бронетранспортерами, чтобы там людей не убивали. Вот смотри, вот если Россия помогает... Дай скажу, две минуты. Можно? Ну, две минуты вот смотри, не если дам, Россия, нет. Если... Ну, кратко, ну, так минуту. Вот. Одной фразой. Ну. Вот смотри, если знаю, Россия что ты помогает... Скажешь. Если Россия помогает Донецку, Луганску, братская оружие, помощь, это вот, же всей Украине то, она что, помогает. То, что добровольцы туда идут, я знаю. Угу. Если Россия помогает братская оружием, помощь. Я только рад. Понимаешь, от вас только... Ну, а как еще им защититься? Конечно, им надо чем-то защищаться. Я же говорю, там, им где надо помогать. Россия помогает, там не убивают людей, детей, женщин, стариков. Так вы убиваете-то. Так дебил. Я же говорю. Пока пиздюлей не дадут, вы так будете убивать. Вот вы именно будете убивать. Войска вам, же убивают вот, смотри, там, где вот нет вам, когда российской 8 помощи. Котлов. В Харькове, 8 в котлов. Киеве. 8 котлов вам 8 сделали, котлов. Сань. Вам 8 котлов вам вы сделали. И вас упороли. Вы в руках подняли, подметали -2. Вы западной пропаганде вы же подвержены. Как? Братский народ... Сделал котлы? Вы что? Вот против этого я как раз борюсь. Народ сделал... Вот против этого я как раз и борюсь. Вы рассказываете, что вы, братский народ, сделали нам какие-то котлы.
ну, как вы кому, говорите. Кому нам-то, блядь, не братскому народу, Украине, не братскому Украине. Народу сделать. Украине. Да не Украине, а кому? Не Украине, а вот этим вашим, блядь, долбоёбам, кто воевал там. Ага, а они же не украинский народ, нет? Ну, нет. Нет. Это украинский народ. Армия же украинский народ, не народ. А на Донбассе кто? А на Донбассе кто живет? Украинцы. Украинский народ? Ну, конечно. Даже вы это признаете. Народ. Что это же украинцы. Украинский народ живет на Донбассе. Ну, да. Ну, я признаю. Если бы вы ему не помогали... Если бы вы ему не помогали, вот там, где вы не помогаете, надо было украинскому народу, там убивают украинцев, как в Киеве, в Харькове. Детей, женщин, стариков. Армия же стоит. Киев, Харьков. Ну, естественно. А вот где помогаете, там вы защищаете. И там не убивают никого. Голод какой-то имеет. Вот. Про котлы вы вот зря сказали. Ой, зря, Александр. Владислав. Про котлы вы сказали Вячеслав, очень зря. Да, Вячеслав. Вот это вот пропаганду нельзя вот эту вот нести вашу. Я вот проборюсь против Игорь, этого. Слушай, Игорь, ты женат вообще, нет? Да, женат. Женат? Женат. Слушай, вот желаю тебе и твоей жене, и твоим детям здоровья, чтобы, не дай бог, они заболели вот этой гадостью, вот коронавирусом. Всего спасибо. Тебе самого взаимно. Хорошего. Взаимно. От души тебя. От души тебя. Всего самого хорошего. Удачи тебе. Раньше... Заработай денег как можно больше. Спасибо. Удачи тебе желаю. Спасибо. В твоей, спасибо. Твоей деятельности. Мы очень хорошо потратим эти деньги. На благодарность в ответ на братскую помощь российского народа. Мы эти ты деньги извини, потратим замечательно. На благодарность. На ответную... Слушай, ты, наверное, хороший человек вообще. Вот по-своему ты хороший человек. Я вот ничего против тебя не имею лично. И я понимаю твою логику. Я понимаю твою, ну, как бы, от своего имени я понимаю, конечно, тебя. Но вы вот понятливый россиянин. На другой стороне. Слушай, извини, я на другой стороне. И вот, ты знаешь, мы братские народы. Как можно быть на другой стороне? Мы же братья. Главное, чтобы ты был здоров. Опять это проклятая... западное вот это влияние. И... Мы же братские да. народы. Мы же братья. Братские народы. Мы же братья. Игорь, ты вот смотри, ну, вот мы братские народы, реально. Ты уж извини, но мы братские народы. Здоровья тебе. Давай, блядь, брат, не болей. Живи долго и счастливо. Мне нельзя и болеть, дел очень много. Детям твоим. Владислав, дел очень много. Знаешь, сколько всего еще сделать надо? Как же я болеть? Ну, конечно, буду? давай. Мне интересно, ты очень хороший человек. Ты хороший человек вообще. Я вижу, добрый, по тебе ты вот за твою родину болеешь. Ты молодец. Очень хороший человек. Мама ну, моя, молодец. Вот до чего, да. До чего строгая женщина, говорит, что лучше человека, чем я, она еще не встречала. Ну, видишь как... Ну, давай, здоровья тебе. Ну, может быть, встретимся, еще что-нибудь поговорим. Взаимно. Ну, очень, взаимно, приятно было, взаимно очень приятно взаимно. Было с тобой встретиться. Вы только вот эту пропаганду, пожалуйста, не несите. Про котлы. Молодец, там, это про моя вот точка этих зрения. Боевиков. Это не пропаганда. Не пропаганду Игорь, нельзя это моя нести. Точка я борюсь против этого. Игорь, это моя Вячеслав. Точка зрения. Ты уважай ее тоже. Ты же ее тоже уважай. Я же твою уважаю. И ты мою уважай. Давай с тобой будем... Не, а я не могу бы... вашу точку зрения уважать, потому что это ложь. Ну, подожди, и... она противоположная. Ты знаешь, у вас в стране даже такие противоположные точки зрения есть. Очень много. Так вот и я же тоже против стране. Этого борюсь. Так нет, ты ее просто... Ну, как бы не то, что... Я тебе не говорю, что как, ты не воспринимаешь это как уважай. Уважай просто ее. Ну, почему? Почему я не имею права на свою точку зрения? Ну, почему? Ну, если я она же... лживая, я... лицемерная, да подожди, подлая. Мы с тобой будем спорить до скончания века. Все, лживая, на этом закончим. Моя. О, великое благородство россиян. Не лицемерие давай. Совершенно. Здоровья тебе. Давай, ну, встретимся с тобой еще. Еще поговорим. Очень приятно было с тобой познакомиться. А ты мне хороший нет. человек. Ну,